Ён нарадзіўся і зрабілася болі на адну зорку ў сузор'і славутых імёнаў беларушчыны. Уладзімір Караткевіч прыйшоў, каб сцвердзіць жывучасць і трываласць духу беларускага. Усё аб'ёмнасць кравіцкага розуму. Ён быў дойлідам, які ўзводзіў светлы гмах, цвярды муж для беларускай душы, выгнаны з дому свайго чужынцамі. Ён быў майстрам цяжкай і няўдзячнай справы. Лучыў ланцуг часін парваных. Шчырэў адзін за ўсіх. Ласкага
сеє у зерні думки. А такое зерня дає рунь надії. Всевышним посланы был нам Владимир, сын Семенов, каб не забывались, что мы белорусы, что мы народ, варты уваги сусветного людства. Историю творить особы. Владимир Короткевич творил нашу историю. И он зробил свой вольный переказ о повести Старовечины. И переказ это самый докладный, бо переказаны сердцем, закаханным у белорусскость, сердцем одного из нелюбимейших сынов Беларуси. Земные доступны у штуденным бытовании. Владимир Короткевич был недоступным. Подчас размов своих с вечностью, коли открывались ему вершини горные, истины и сенсу. И он подставил свое интеллигентское плечо под непомерную ножку, якую несли Кастусь Калиновский, Янка Купал. И нес, и не гнулся. И он нес свой крыш. И он нес крыш и за нас. Thank you.
будьмо любити Білорусь і бути її відданими, як Володимир Короткевич, щоб повернулася. Світло у душі нашої, щоб темра одна задвернулася. На розвітання нестомний працівник, як трох зор'є, як трох зерняць, обронив трох слов'я, був, ёсть. Днем же услед глибиннодумцу. Гукнем ему в вечнину. Был. Есть. Будешь. 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 Сыро.